Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Пришла мне сегодня такая классная, здоровая посылочка от фирмы ICM, которая даже не влазит в экран видеокамеры. Сейчас вскроем и посмотрим, что мне пришло. Посылочка пришла с Украины. Шла примерно 12 дней. Из них около 6 дней она провела на таможне. То есть прибыла довольно быстро. Плотная коробочка. Надпись «Спасибо». Сейчас отложу в сторону и покажу, какие наборы мне пришли. А пришло два интересных набора от фирмы ICM. Такой вот наборчик с грузовым и легковым автомобилем в 35-м масштабе. Довольно внушительная большая коробочка. И еще больше коробка пришла. Самолет Хеншель 111 H6. В 48-м масштабе. Коробка вообще огромная. Отлично смотрится. Обзоры, друзья, данных моделей скоро на канале. Так что, кому интересно, подписывайтесь на канал. Не пропустите видео. Обзоры будут очень скоро. На этом, друзья, буду видео заканчивать. До новых встреч. Удачи вам, всех благ вам и вашим близким.